И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и это Rock Legacy. Так, это уже 14-я серия, вроде бы. Вроде бы да. И играем мы за Лича, у которого магия ворона. Пернатый друг мой. Ладно. Так, наносим урона почти 50, магии 45. Окей. Так, голды у меня особо-то и нет, но все равно давайте попробуем что-нибудь купить. Нет. О, чё это? Чё это? Я не знаю, чё это, но... Может, потом купим когда-нибудь. Так, эй, я хочу ещё посмотреть. О, так, это чё? Это баланс руна. Вот, не знаю, что за руна, но они все стоят 1400. Так, ну, у него, я думаю, уже сразу ничего нельзя купить, потому что ничего не доступно. Хотя нет, смотри, доступно нет. Но я буду на все-таки держаться на Blood Game сете. Давайте еще посмотрим, что у нас в замке. Вдруг в замке еще есть что-то. Какая в замке у нас ничего нету доступного? Ну ладно, что ж. А далее мы почти все голдуем. И входим в замок. Ух, я уже с управлением немножко разучился. Так. Окей. Я себя сейчас опять немного убил. В общем, ладно, я тогда вообще с одним хп прожил. Так что ладно. Окей, это вообще... Я не знаю. Вау, зомби, полегче. Хм, такой вылез там. Так, все. О, маг. Так, я мало говорю в этой игре, потому что что, просто ходить здесь. Так, ладно, картина. Блин, сложно. А, у нас пульса в ногах нет, это хорошо. Это нам облегчит задачу, то, что нет у нас пульса в ногах. Так, давай. Оп. Так, столик. Ну, мы уже все исследовали, да. То есть мы все уже прочитали здесь. Все журналы нашли. Так что нам они больше не нужны. Так, ладно, давайте пойдем наверх. О. Эй. Что-то я расслабился. Так, ладно. И еще картина мощная. Не с первого удара уничтожилась. Так, ладно. Так, надо... Так, я, кстати, магией не пользуюсь сейчас, на данный момент. Например... Блин. Ой-ой. Тут одна картина? Нет, пожалуйста, картина. Пожалуйста. Фух. Так, теперь мне надо сейчас... Ой. А, вот так-то. Так, эй, что-то подтормаживает. Немножко. Так, ладно, идем сюда. И проход у нас в сумеречную локацию. Блин, у меня курочка, я один хп себе восстановил. Так, ладно. Локация такая прикольная, кстати, я сейчас мог умереть. Ой-ой-ой, боже. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, я умер. Надо опять разыграться. Так... Кстати, для меня сейчас это уже мало полстрочки, так как у меня рекорд 3 строчки. Так, это который ходит без меча. Спеланкер. Давайте возьмем спеланкера. Это проапгрейденный майнер. Минер. Нет, это майнер. Короче, ладно. О! Я тебя слеплю! Чё, ты не видишь, что ли? Я хочу тебя ослепить. Ослепись. Ну ладно, чё. Хватит прикалываться. Так, фонарь выключили. Всё. Строительство. Так. Вау, так. О, сколько сундуков. Так, уже один сундук прямо здесь. Вот сейчас тут-то пойдем к сундуку.
Вау. Нифига себе. Ну да. Так, у меня магия топорик, окей. Так, ладно. Сундук, сундук, сундук. Ей, голда. Очень мало голды. Так, почему она сдохла? Вот эта фигня, почему она сдохла? Она тупо здесь была и сдохла. А может у них это количество хп немножко отнимается, как, я не знаю как. О, здесь много монстров, что ли? Они, ну, они где-то далеко, ладно. Ой-ой-ой, опасно, 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 опасно! Так. Ай, боже, боже. Все. Отлично. Так, у меня хп, кстати, уже маловат. Что-то я давно не играл в эту игру, разыгрался опять. Разучился играть. В общем-то, это так всегда происходит, когда давно не играешь в игру какую-то. Долго. То есть. Так. Сюда, так, что у нас, где еще сундуки? А, наверху есть сундук, окей. Так, идем сюда, сейчас наверх. И у нас здесь сундук. Ну, сундук этот... Помнишь, как я в ад хотел пойти за сундуком, да? Это было же... Это было очень круто, когда я пошел в ад ради сундука, а на самом деле... Ну, меня там просто убили. Ладно. Я даже там 10 секунд не пожил, и меня уже убили. Ладно. Так, пойдем сейчас... давайте к сундуку пойдем. Подождите-ка. А, ну да, вот здесь, наверное, там локация очень большая. Я не знаю, я боюсь... Вау, вау, так это же мини-босс. А, это еще ниже надо спускаться, окей. Боже. А наверху это, наверху Фэри Чест. Так, а где Фэри Чест? А, это там Фэри Чест. А здесь просто так локация, без сундуков, без ничего. Ну, блин, грустно. Это плохо. Ладно. Так, игра... Что-то у меня игра как-то резко начинает подтормаживать. Именно не лагать. Эта игра... Мне кажется, эта игра ни у кого не лагала. Хотя, возможно, если комп очень слабый. Она просто немножко подтормаживает. Вау, вау, вау. Чуваки, полегче. Кстати, тут вопросительный знак. Надеюсь, это не мини-босс или там кто-нибудь. Да. Кстати, у меня вот эти... очень часто эти журналы попадаются. Они мне как-то надоедают как-то. Я не знаю. Они ни зачем не нужны. Если бы эта игра была на английском, на русском, вернее, или я бы нашел какой-нибудь русификатор. Но я русификаторов не находил, кстати, это та локация. Я ее пропустил, я помню. Так, давай, Мак, иди ко мне. Иди ко мне, иди. Блин, успела стрельнуть, ладно. Так, давай. Ей! Так, там сундук ниже. Окей. Вау, вау, вау. Голда, свечки. Так, смотрите, сам Фэри Чест. Так здесь же он один. Блин. Это плохо. Ну-ка, если вот так все попробовать. Блин, ну это никак не получается. Так, ладно, его никак не убить. В общем-то, смотрите, там какая жила. Что-то я это место пропустил. Так, а в него возможно вообще попасть? Как туда вообще попасть? Так, не сюда. Так, может сюда? Ну да, отсюда надо попадать, надо как-нибудь. Нет, 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 нет. Я сейчас чувствую, для меня это смертью окажется. Так, все. Yes. Я уже почти тут, я уже под этой жилой. Так, ладно. Ну что ж. Ох. А, это сундуки. То есть это, какие сундуки? Это босс, окей. Ладно, понятно. Вау, тут аж целых два сундука. Вау, 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 чуваки, чуваки, полегче, полегче.
Давай, давай. Так, ладно. Давай. И... Ну, какого фига? О, сундук второго уровня. Ну, чертеж. Блин. Блудгеймового какого-нибудь этого. Чего у меня не хватает? Шлема, да. Блудгеймового шлема. Кстати, мне интересно, у меня фонарик все равно был бы белый. Ну, да, логично. Потому что он мне не серый же. То есть, не железный. Так, и еще один сундук. Да. Голда. Вау, уже 2000 голды. Так, и еще там сверху был сундук, и тут тоже сундук. Ну да, локация такая не маленькая. Окей. Так, еще одна такая же фигня. Блин. Так. Все окей. Так, сколько у меня голды? У меня голды 2571. Нормально, нормально. Так. Окей. Так, ладно. Сейчас идем в комнату с боссом. Ну, вернее, не к самому боссу, а вот сюда, вот туда. И наверх. Тут был сундук. Вау, 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 вау. А, я помню эту локацию, я ее прошел, когда у меня была эта магия, то, что у меня вокруг меня, это, огонь был. Сейчас у меня хп-то не очень-то и много. Ну, там сундук. Сундук — это соблазн. Я должен это пройти, да, я должен. А, я пройду это. Фиг вам. Так, теперь сейчас с вами попробую разобраться. Yes. Ну все, что, я победил их всех. Так, вроде бы здесь нету картин фальшивок. Вроде бы все нормально. Да, вроде все нормально. Ох, так, почти 3000. 3000 почти у нас голды собралось. О, блин, опять эта локация. Ну ладно. Вау-вау-вау-вау. Тыкнул дэмидж. Вы видели? Офигеть. Но если замедлить время, может быть, как-нибудь вообще возможно. Я не знаю. Давай. Вау-вау-вау-вау-вау. Да блин. И теперь как мне отсюда выбраться? Так что ли? Ну так это же фигово. Фух, ну ладно, давайте. Так, чё? Это у нас здесь... Так, вот здесь у нас сундуки. Это проход, кстати, в ад. Это плохо. А тут чё? Вау, вау, вау. Не-не, я его не пройду, ни за что. Я его Хакаги-то, который наносит очень-очень много урона и может его убить. Нет! Блин. Ну от какого фига? От какого фига? Так, все, теперь наверх. Наверх! Так, давайте вот сюда, вот влево. Вправо, вернее. Давай, вправо. Скелетик. Синий маг. Так, что-то у меня жестоко... А, у меня редкол включен. О, кстати, у меня редкол кто-то... Сейчас, пауза. Так, все, я вернулся. Там ничего страшного, кто-то дружбу в редколе предлагал. Так. Что, все? У нас сейчас будет 3000 голды. Ей. Ой-ой. Так. И теперь идем в сумеречную локацию. Нет, я не хочу сумеречную локацию. Идем. Так, идем. Где еще сундуки? Так, там у нас ват сундук. Там тавер. А, все сундуков, то есть у нас нету. Здесь есть какая-то пустая локация, но мне ничего хорошего нету. Ну ладно, тогда идем в сумеречную локацию. Там вон у меня первая локация уже так на дэмидж. Ну, вернее, не так на дэмидж, фэри чест. Да ну нафиг! И, главное, больше нету прохода в сумеречную локацию. Ну, может быть, из ада как-нибудь, там, я не знаю, они есть как-нибудь. Ну, я не знаю. Да, это невозможно. Ну, лично для меня невозможно. Все, пошли отсюда. Давайте телепортнемся куда-нибудь.
Давайте. Давайте на самый спавн телепортнемся. О, боже. Все, я на спавне. И теперь мы идем вот в эту пустую комнату. Посмотрим. Во-во-во. Так смотрите, если я сейчас получу дамаг, я умру. Ну ладно, что ж, мы умерли. Чё? Чё за... А, смотрите, это... А, вы не представляете, как мне сейчас повезло. Короче, я сейчас выжил благодаря... ну, помните, мы в замок исследовали такую штуковину, шанс выжить. Офигеть, ну только у меня 10 хп, и меня сейчас любой убьет. Но все равно шанс-то выжить есть. Так, 6 плюс 6 хп. Еще один. Так, теперь у меня 22 хп. Окей. Так, сейчас пауза. Так, все, я вернулся. Так, что здесь? Ого! Да, повезло. Так, так. Как думаешь, кто там? Давайте попробуем пройти. Вау, вау, вау. Че, я тоже так могу, смотри. На! Я почему двоих убил. Вау, 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 вау. Полегче, полегче, чуваки. Так. Убили. О, еще голда. Ей. Итого у нас уже почти 4000 голды. Прикольно, прикольно. Так, все хорошо. Я тоже так могу, чувак. Окей. Ей! Так, что за руна? Хэст-рун. Я, короче, не знаю, что это за руна. Так, кстати, у нас полный ХП. Представляете? Я бы сейчас уже был бы мертв. Я не знаю, сколько нам получится сейчас нафармить, но мне кажется, нам 100% надо будет идти в сумеречную локацию, потому что замок мы весь исследовали. Здесь идет ват, здесь идет на тавер, здесь сумеречная локация. Ну, сумеречная локация там, блин, сложно, в тавере и так сложно. В аду вообще жесть. Так. Так что нам придется сейчас куда-нибудь идти. Телепортация, вернее. Телепортироваться. Так, так, так. Вау, вау. Я что-то забыл совсем про эту локацию. Ну, блин, ну почему я всегда в ней получаю ХП? И причем я один раз уже мог бы сдохнуть на ней. Но мне повезло, и я... Ну, блин, ну там, блин, серьезно, 1% то, что я не сдохну, и то, что я выживу. Я выжил. Хотя там не 10 вроде бы процентов, в общем. Да ну, вообще, все равно, вы поняли, то, что там очень мало процентов. Так, подождите-ка. Ну, если это моя смерть, то пускай я здесь сдохну. Так, все, я здесь сдох, окей. А, все равно я должен был жить меньше. Сколько я убил? А, ну окей. 1,5, почти 1,5, даже вернее больше 1,5. Так, варвар, армак, спел. Короче, ладно. Без меча ходит и получает магию. Так, ну у него магия фиговая, так что я не буду его брать. Архмаг или архмаг. Короче, давайте варвара возьмем. Это кинг, король, да? Так, ладно. Атаку опять, да? И, хотя, смотрите, смотрите, смотрите. Сколько процентов? 1,5%, да? 1,5. Вот, в общем, вы поняли, как мне очень сильно, очень... О, смотрите, 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 сейчас что я куплю. Ей! Так, теперь мы деньги будем качать легче. Так, жизни у нас много. Сколько я наношу себе урона? Вернее, не себе, а врагу. Так, магия 20. А этим 49, да? Да, 49. Ладно. Ну что ж, давайте пойдем опять же. Так, сколько мы сейчас голды? Мы сейчас, по идее, 12 голды должны получать. Давай, я хочу узнать, сколько я голду получать буду, голды. Да, по 12 голды вроде бы, я не знаю. Да, 12 голды, просто все мутно сейчас. Так. У меня пояс в ногах есть, окей, будет посложнее немножко. Так, ладно, все. Вау, вау. Блин, ну знаете, с таким зрением фиг че увидишь. Я имею в виду то, что картина фальшивая была. Так, здесь мы уже все исследовали. Вернее, прочитали. Вернее, нашли. Так, да. Блин, 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 я не хочу читать. Я не хочу читать, я не хочу. Случайно на Enter нажал и начал читать. О, боже.
Да, ду-ду-ду-ду. О! Так ты плохой чувак. Хотя ладно. Ты плохой чувак, знаю это. Спасибо тебе, хороший человек. Спасибо, я буду тебя любить. Блин. А, я ему защиту сделал. Окей. Которая сразу же пропала. Ладно. Не, серьезно. Круто, я там выиграл. Так, давайте пойдем сюда. Магия. Магия иллюзии. Не, знаете, я такую в одну точку смотрю, такая мутность и такая это, прикольно. Ладно. Так, no damage. Да ну нафиг. Я уже представил то, что я сейчас упаду. Так, ладно. Почему я не смог пролететь? О! Тут сундук, оказывается. Так, голду забрали. И сколько у нас? У нас 441 голда. Это очень плохо, потому что это очень мало. Мы должны... У нас должно быть больше голды. Так, ладно, это, наверное, последний персонаж, за которого я играю, и потом заканчиваю серию. Все. Подождите, это не мини-босс? Ты не мини-босс? Ты же не мини-босс? Да, это не мини... Кстати, я уже несколько раз это встречаю, то, что это не мини-босс, а просто картина неживая. Мертвая, то есть. То есть обычная картина, не фальшивая. Так, окей. Уже проход в сумеречную локацию. Магию не буду себе брать, то есть ломать статую с магией, потому что у меня магия и так полная. Давай, я жду тебя на честный поединок. Вернее, Кузи, честно, она летает, и я на месте стою. Так, ладно, давай, картина. Давай, давай. О, yes. Так, ладно. Идем сюда, так. Ах, давай. Бери все, чувак, бери все, что можешь. Это ограбление замка, чуваки. Так, ладно. Давай, я жду тебя. Нет, ты не должна меня убить. Ой-ой. Да блин. Короче, все, гейм овер тебе. Нет, наверное, тоже скоро гейм овер придет. Ну ладно. Но тем не менее, у нас уже 909 голды. Блин. Так, давайте, давайте, давайте. Иди сюда. Вау, вау, вау. Чё за... Давай, чувак. Так, давай сюда. Так, все это всех убиваем. Это все. Так, ладно. О, у меня 1000 голды и... О, блин, это плохая локация. В которой нет ни одного... Ну, блин, надо было смотреть на мини-карту. Такой поднимался, не знаю куда. Давай, 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 давай. Так. Окей, наверх. Наверх. Так. Нам на магию наплевать. Вау, 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 вау. Yes. Кстати, там это голды много. Так. О, нет. Блин. Я сейчас тут за этого варвара сдохну, мне кажется. Так, ладно. Ой. На тэп. А, так, ладно. Так, все, картина сдохла. Я ее убил. Так, ладно. Ай-яй-яй. Вау, вау, вау. Чувак, вообще полегче. Полегче, вернее. Вообще полегче. Да. Мне да, сейчас не кажется. Мне даже блудгейм не поможет. Ну ладно. Ну что же, я вернулся. Смотрите, вот просто на картинке я построил. У картин. Вот, ну, короче, ладно. Играем.
Хотя, знаете, я думаю, надо этого было прокачать себе уровень атаки. Потому что, смотрите, у меня атака 49, а у монстров обычно их по 50 хп. Смотрите, видите? А, ну, у Глазика 15, например. Ну, просто я говорю то, что у многих монстров по 50 хп. И я им прям одного, один хп оставляю, и все. Или Хахаги играть, тоже вариант. Ну, в общем, так-то как-то. Ну, Хахаги убивать, чтобы с первого раза всех убивать. Кстати, что-то локации у меня две подряд большие шли. Так, Тауэр, Тауэр. Я не люблю Тауэр. Вау, вау, вау. Это кто там? Давайте попробуем. А, там собачка, 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 злая собачка. Там какая-то злая собачка. Давайте уйдем отсюда. Я не знаю. Ну, там музыка зато прикольная. Там злая собачка. Так, ладно. Так, идем сюда. Идем сюда. Тут мы выем люстру, получаем с нее 12 голды. Так. Где мы еще не следовали? А, мы здесь-то, блин. Да, вот здесь-то не исследовали. Так. Давай, давай, беги. О, ну хорошая локация. Ты сколько у них хп? А, у них 26 хп. Ладно. А у рыцаря сколько? У него... что-то не видно. Блин. Ну, я не знаю, сколько у него хп. Так, ладно. О, я сверху убил. Офигеть. О, боже. Так, идем сюда. Слизень. И мини-босс. Да, все, все, все. Так, ладно. И так, сюда, сюда, сюда. Все, 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 чуваки, чуваки, полегче, 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 полегче. А! Слизь, 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 слизь. Какого фига? А! Кстати, это пони. Хорошо то, что... Хотя это пони сложно назвать. Ну-ка, сколько у него хп? Одно, видите, по 50 хп обычно. Супер локации, да вообще по 50 хп. Это обычно, так скажем. И из-за этого я как то, что я наношу по 49. В общем, ну вы поняли мою мысль, я ее говорил. Так, ладно. Сундук, давай, давай, давай. И у меня 1557 голды. Но тэкнул дэмидж. Это очень сложно тэкнул дэмидж, если его проходить стараться. Я не знаю, как его вообще пройти. Возможно. А, это красные скелетоны. Вау, 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 вау. Все. Готов. Так, и здесь там кто-то это размахивается. Так. Окей, я понял. Блин. Так, ладно. Ей, голда. Очень много голды. Так, все, эта штукенция упала вниз. Так, у нас 2000 голды. Ууу, там маг. Что за маг? Что за маг? Маг, ты кто? Вау, вау, вау. Он 3 шара всего лишь пуляет. Ну, знаете. Хоть он 3 шара и пуляет, но все равно он очень опасный, я считаю. Нифига себе, он меня чуть не убил. Возможно. Давай! Yes. Кстати, вот эта заставка на сумеречной локации, мне вот интересно. Там луна какая-то. Так, у меня 2500 уже голды. Отлично, отлично. И здесь шипы. Шипы, это плохо. Так, ладно. А? Так, ладно, все, я продолжаю. Так, голда, еще голда. Так, 12 голды. У нас уже 2600 одна голда. Так, я здесь уже был? Мне кажется, я здесь уже был. Да, я здесь уже был. Здесь не был. Так, 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 все. Так. Yes. Это сильно маг уничтожен. Ой-ой-ой-ой. Вы все равно не достанете, как ни старайтесь. А, маг, маг, сильный маг, сильный маг.
Ей. Так, ладно. О, босс, Александр. Ну, блин, у меня слишком мало хп. Не, ни за что, ни за что. Хотя, знаете, когда я потом сделаю шанс не умереть, прокачаю очень, так, очень сильно, тогда, возможно... Короче, ладно. Опять ты плохой человек. Но я тебе не буду больше тебе верить. Думать, вернее, так скажем, то, что ты меня не банишь. Так, ладно, в общем... Так вот, и давайте вниз. Там, надеюсь, ада не будет. Ну, хотя да, логично, что там ада не будет. Вот там вот эта вот фигня. Так, ладно, давайте сюда. Оп. Давай, давай, стреляй. Окей. 13 голды. Так, что у нас еще есть? Вернее, так, давайте наверх пойдем. Ой. Блин. Давай. 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 Так, ладно. Ой-ой-ой. Ой, нет, собачка, собачка, злая собачка, плохая собачка, плохая собачка. О, боже. Нет! Эта собака меня выкинула на другую локацию. Плохая собака. Фух. Мне кажется, с ней справился. Нет! Ну, ты же не умираешь. Нет, он умер. Ладно. Так, вау. Ну, нормально, нормально. Я сейчас это, просто умерщвлена локацию уже стал хорошо. О, Хакаги, Паладин, Хакаги. Хакаги. Хакаги с такой магией, Хакаги с такой. Давайте этого Хакаги выберем. Может, в следующей серии попробуем опять пойти на Александра и попробуем его убить. Я не знаю, как получится это. Ну, давайте прокачаем это. Ладно. О, 115, офигенно. Ай-яй, смотрите, я могу в бревно превращаться, что ли? Блин, прикольно, и сколько магии тратится? А сколько магии тратится? Ну ладно, сколько магии тратится магия, это мы узнаем в следующей серии. А я вам говорю, если здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Денис. Всем удачи, всем пока!